Что-то на театральном. Место действия – гримерная сцена, артисты готовятся репетировать. Впереди большая премьера. Руководит атмосферой Миледи, ласково Милька. Она же любимица коллектива и актриса со стажем. Она в некоторых спектаклях играла, где она именно выполняла трюки. Не боится сцены? Нет, совершенно нет. Когда дети кричат громко, это все-таки для нее стресс. Но эта постановка взрослая, поэтому ей будет вполне комфортно среди наших артистов на сцене. Готовится к премьере и самая младшая артистка «Синей птицы». В свои 5,5 актриса уже на нерве, на сцену хоть сейчас. Свою роль держит в секрете, но обещает играть наотмашь. Я хочу скорее удивить мою маму, папу хочу удивить. Долго готовился к роли? К роли клоуна долго. Жонглировать учился час. Над спектаклем «Синяя птица» работает с января. Такой он разговор с жизнью. Непростой. Для каждого актера личный. У кого-то комедия, у кого-то драма. Сама себя готовить, стирать, квартиру убирать. А после работы подруги домой сама себе цветы покупаю. Спектакль социально-философский. В миниатюрах рассказывает о человеческой боли и напоминает, как важно радоваться мелочам и ценить ближнего. Разговор с жизнью обо всем сразу и о каждом из нас конкретно. Интересно будет и взрослому, и подростку. Для Кати, как артистки, этот спектакль – настоящий вызов. Актриса играет пожилую женщину. Мне 16-летнему подростку понять какой-то внутренний мир человека настолько глубокого возраста с довольно-таки тяжелой проблемой и каким-то грузом за спиной, конечно, вызывало определенные сложности. Но работа артиста без сложностей скучна. Удивлять, смешить и вышибать слезу будут сразу 40 артистов. В таком составе «Синяя птица» выйдет на сцену впервые. Роли заучены, остается оттачивать мастерство. Девочки, все готовы? Мальчики, готовы? Мы показываем сам театр в пластике. Пластика, которая рассказывает о сути театра, показывает всю красоту театра. И мы в этой пластике красиво двигаемся, танцуем. Очень элегантно. Это что-то. Что-то на театральном. Новый спектакль «Синяя птица» покажет уже в это воскресенье в 16:00. Билеты можно купить на сайте «Билет ПМР» и в кассе городского дворца культуры.